Команда и приказ, команда и приказ. Гром, расскажи всю правду. Солнце, что ты видела? Расскажи всю правду. Когда Иисус повесил на кресты всех змей, и змеи в мучениях умирали, а потом гром и молния убили всех змей. Я даю приказ и команду, чтобы открылась правда. Я даю приказ и команду. Откройте правду, откройте всю правду. Идет суд, идет суд. Откройте правду, я вам приказываю. Это команда, я вам даю команду. Откройте правду. Солнце, что ты видела? Расскажи всю правду. Гром, расскажи, как ты убивал всех змей. Когда Иисус распял всех змей на кресте, это символ, как Моисей вознес змею в пустыне, так Иисус и пришел, этот символ показал. Символ, как змеи мучились на кресте. Символ, как змеи умерли на кресте, как гром и молния убили всех змей. Это символ победы, что все змеи Иисус взял под контроль, что они у него все под контролем. Это символ, как Моисей вознес змею в пустыне, так и Иисус всех змей вознес на кресты. Это символ, и мы верим в этот символ. А Иисус на кресте никогда не висел. Иисус всех повесил змей на кресты, на белен крестов все змеи висели, и все змеи аукали, и потом гром и молния убили всех змей. Вот настоящая правда, и мы верим в эту истину, в настоящую правду. И в этом и победа. И в этом-то и победа. Это закон, это закон. Каждую секунду на миллион лет. Это закон, символ победы. Как Моисей вознес змею, так Иисус и пришел и всех змей повесил на кресты. Это символ, это закон, каждую секунду на миллион лет. И гром сказал аминь, и все сказали аминь. Это закон, 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 закон. Змеи вы проиграли, змеи вы проиграли, змеи вы все проиграли.